Одесская инфекционная больница сообщила о готовности принимать пациентов с китайским коронавирусом. Встречать опасное заболевание будет изолированное отделение, в котором 20 спецбоксов на 65 мест. Однако, если больных будет больше, изолировать всех не получится. Придется держать больных в обычных палатах. Также есть неутешительная новость. Быстрых тестов для определения коронавируса нет. Они имеются только в столичных клиниках. Коронавирус все ближе к Украине. Тем временем в Одесской инфекционной больнице сообщают о полной готовности принимать пациентов с признаками болезни. Если вдруг в Одессе появится первый заболевший, в больнице подготовили новое 10-е отделение. Тут 20 изолированных боксов на 65 пациентов. Каждый из палат имеет выход на улицу, чтобы пациенты минимально контактировали с окружающим миром. Пока тесты только в Киеве и все области Украины, вы об этом знаете из средств массовой информации, из репортажей центральных каналов, все исследования из других городов Украины, в том числе вот от пациентов, которые, то есть от людей, которые находятся на обсервации, которые прибыли из Китая, они отправляются в Киев. У нас все это отделение боксированное. Это боксированное отделение, оно предназначено для госпитализации больных с капельными и особо опасными инфекциями. Так что боксы там все абсолютно изолированы, имеют выход на улицу. То есть если в том случае, если необходимо, пациент поступает, а это, как правило, всегда необходимо, пациент поступает через дверь, которая выходит на улицу, он не заходит в отделение и выписывается таким же образом. Покидает отделение таким же образом. В том случае, если ситуация осложняется, значит, все отделения больницы будут развернуты для госпитализации больных с подозрением на коронавирус. Однако из городского бюджета уже выделено 178 тысяч гривен на спецодежду для контакта с больными. Инфекционка закупила защитные комбинезоны, маски и очки. Сейчас решается вопрос дополнительного выделения денег на спецодежду и возможную закупку быстрых тестов. Помимо одесской инфекционки, к возможной встрече с вирусом готовят больницу Измаила.